Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня опять вот привез мне друг штиль FS-55. Ребята, говорит, у него поработали, покосили, заглушили, полежал. На следующий день пошли опять косить, завести не могут. Дергают, не запускается. Проверю изначально искру. Проверю свечу, в каком она состоянии. Свеча здесь на 19. Она залита. Бензин поступает, но что-то это она какая-то грязная. Что-то масло оттуда летит много. И здесь все в масле. Не перелили ли они масло в двигатель, вот, то есть в бензин? Сейчас попробую по-легкому сделать. Если запустится, значит однозначно масло. Ага, искра есть, дело не в искре. Фильтр тоже надо по-хорошему заменить. Я его сейчас промою. Добавлю 2 рюмки чистого бензина без масла. Вот 100 грамм бензина. Даже 60 здесь много. Видать, только заправили, поработали маленько и заглохла она у них в подкачивающем. Бензин есть. Пока без фильтра попробую. Попробую брызнуть ВД-шкой.
Все работает. Маленько поработала, тепленькая стала. Пробую еще раз. Конечно, она голимое масло бросает. Вся причина-то была только в масле. Видать, на глазок бахнул больше, чем надо. Ну, в принципе, все. Вот такая еще бывает причина от перелива масла. Еще раз попробую. Все работает. На этом все. Всего вам доброго.